потом будет финал. Итак, сейчас одна пара приглашается для участия. Становимся на краешке бревна. Вот как раз первая пара у нас сереньких с капюшончиком кофта. Итак, у нас уже есть с вами два первых полуфиналиста. Судья есть. Итак, ваша задача выбить зиму, то есть вы бьете друг друга мешками до тех пор, пока ваш соперник не упадет за пределы бревна. Во избежание травм просим всех отойти немножечко подальше. Обязательно бить. Ну, можете погладить мешком, я не знаю. Итак, по команде, на старт, внимание, поехали! Быстро у нас, быстро! Образовался новый призрак. Итак, по моей команде приготовились, на старт, внимание, поехали! Давайте, тут буквально доли секунды, но у нас сегодня праздник. Зрители хотят зрелища. Давайте, давайте тогда повторим. И держимся, и поехали, поехали. Значит, у нас определились два победителя. Итак, сейчас у нас финал. Дорогие друзья, мы сейчас с вами играем в финал, а потом... победитель и тот человек, который займет второе место, мы попросим вас подняться на сцену. Итак, готовы? На старт! Внимание, под бурные аплодисменты всех гостей! Хитрая тактика. Главное, сам падал, но быстрее сбил соперника. Давайте, да? Повторим. Финал все-таки должно быть все серьезно. Если будет 2-0, значит, будет явный победитель. Если будет 1-1, еще третий подход. Итак, готовы? На старт. Внимание, поехали! Так, счет 1-1. Настраиваемся. Думаем, как тактически правильно подойти к сопернику, как встать на бревно, чтобы стойко было. Думаете, Вася Ломаченко легко? Итак, ребят, продолжаем отстаивать наш Акерман. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Поехали! Вот что значит, да, с первого раза мы уступили сопернику. Это тактика такая. Уступи сопернику и два раза потом победить.